Доброго времени суток. Я Игорь, старший брат Егора, это пацаны. Сегодня наша активная группа совершенно не случайно оказалась в этом лесу, потому что мы хотим вам рассказать о правилах первой медицинской помощи при ожоге второй степени. Да-да, из-за ожога, не потому что кто-то не захотел дарить нам свою машину. Сейчас слушай внимательно. Короче, если место, где коснулось горячее, тупо красное, охладите холодной водой. Главное, не пельменями. Ну а если по коже начинают ползти пузыри... Это ты жаба. Кто-то из пацанов говорил, что надо смазать рану маслом. Знаете, этого делать категорически нельзя, потому что масло сохраняет температуру и руке край. Ты что, гонишь? Ни в коем случае не покалывайте, не сдирайте пузыри, чтобы не попала никакая инфекция. Он же загнется. Дальше на место ранения нужно наложить стерильную повязку. Если последствия более серьезные, надо звонить 103. Ну а нам скорее надо к нотариусу. Бумажки черканем. Ну а пока закрепим. Обработайте ожог холодной водой. Ни в коем случае не прокалывайте пузырьки. Не заливайте ожог маслом. Наложите стерильную повязку. Звоните 103.